Так, всем привет! Сейчас едем с Диманом рубить зомбаков. Короче, в 3D... Ой, нет, виртуальную реальность. Во. Пилим виртуальную реальность, сейчас посмотрим, что это такое. Не туго? Ну, туговато. С какой стороны? Наверное, с собой. Все, правой рукой расслабляем, берем. Нащупай курок, как пистолет должен держать. Ну, знаешь, держать как пистолет. Крутиться на 360 можно? Можно. Можешь чуть-чуть походить. Когда к краю подойдешь, появится сетка. Это край игровой зоны. За нее не заходить. Шажочек назад сделай. И слева появится наш главный актер. Он сейчас рядом с тобой припаркуется и даст возможность себя рассмотреть. Посмотри ему в глаза, сейчас будет красивый эффект, он тебе подмигнет. О, все, есть пару секунд, его порассматривать, и он поплывет по своим делам. Слева тролль идет, слева тролль. 10 выстрелов в тролля надо. Ничего себе. Топ. Блин, что такое? Напор опять мальчик. Диман, ты, я так понял, тебя не ждать. Я говорю, я топор от не видно, я тролля смотрел. Давай, орка, тролли, теперь тролли. Бей. Он сейчас будет пить, ты все равно стреляй. Ты убил? Посмотри. Кого? Вот ты чувака попал, он по-моему прошел, да. Сняли. Блин. 30%. Так, давай. Так, слышим дракона? Да, что надо делать? Смотри, он когда будет подлетать, наша задача понять. Он две из четырех локаций сожжет. Либо две левые, либо две правые. Когда он подлетает, нужно посмотреть, он в нас летит. Или нет? Если не в нас, просто убиваем. Если в нас, нужно в бирюзовый круг выстрелить другой. Топор! Дракон, блин! Да. Вообще не до дракона. И топор, дракон, короче, я все его плавил. Так, впервые будем делать? Диман, я тоже готов еще. Топорист. Топорист вон бежит справа. Сейчас будет топор. Топор! Еще топор. Топор сейчас будет. Что куда-то пошел, сзади, Диман, сзади! Дай! Пропустили бы, да? Посмотри на свои руки. Вот слева чемоданчик поставь, да, правильно, посмотри. Кстати, вот прям пошли вот сюда. Вот сюда, вот на эту штуку. Вот покрути те руки свои. Почему можно с этого вот так вот? Оп! Забавненько, да? Да. Сейчас, надо не смотреть. Йоу! Так, сейчас он рейдит, сейчас нажмет. Давай. Смотрите, когда ракетчик стреляет, и ракета летит, вы можете, пока она летит, ее подбить, чтобы она до вас не долетела. Ага. Так, Дим, дай мы попробуем до флешки дотронуться, чтобы на сопок. Просто любой рукой внутрь флешки и хватать. Нажимаешь, да, вот так. И все. А я активирую. Да, молодец. Возвращаемся, под ноги смотрим. В середку возвращаемся. Это моя середина увидела. Да. Это моя середина, все. Во-во-во-во-во, Димон! Замедление включаем против невидимых и убиваем. Да. Нет, это тоже. Тогда просто убиваем. Проверяйте замедление, у кого первое будет.
Давай. Пулеметный режим, Дим, пулеметный режим. Большой палец налево. Еще один жест. О-о-о-о. Замедление, замедление. Перезарядка, перезарядись. А, перезарядись. Точно. Там сзади дофига. Уходи оттуда. Да. Замедление дай тебе. Правая рука направо. Большой палец направо. Правая рука, большой палец направо. Нет замедления. Тогда на левую убиваемся. Сверху дрон иди. Тихо. Ага, живем на собой. Нажимаем флешку. О, стояли кое-как. Да. Ой, не бро, теперь изменили. Чемодан надо нажать, чемодан. Пятая, последняя. Пистолет у тебя нет. О, в другой кобуре. Ракетчик у тебя рядом. А вы какие милые знаете.